чем крайний, муньге морозень примак. Как сны паксеть, весь хагайний, прокса в сетьме сонный кат. Сиди зиму, нявки, день кратяш нам, сэм дамон, мона боса, а вы жерде, арды не могши не модать ланс, мона боса, а вы жерде, арды не могши не модать ланс. Ковылкинские зори, влюблен я в этот край. Ковылкинские зори, любимая, встречай. И где бы я бы не был, и что б не видел я, в Ковылкино дорога открыта для меня. Ну что, дорогие друзья, мы путешествуем с известием Мордовии. Мы сегодня в прекрасном городе, город Ковылкино. Это третий по величине город в Мордовии. Много тайн, много замечательных фамилий. Мы познакомимся с историей этого города, поговорим с жителями этого замечательного, красивого уголка Мордовии. Песа, да, о, как и тяса, велети песа,
темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа. Дорогие друзья, мы находимся в Ковылкинском краеведческом музее. И, конечно, в центре внимания здесь портрет основателя города, населенного пункта, помещик, князь, генерал Иван Андреевич Арапов. Замечательный музей. Как вас величать? Меня зовут Ким Карина Александровна. Я являюсь научным сотрудником Ковылкинского краеведческого музея и еще экскурсовод. Прекрасно. Об Иване Андреевиче Арапове. Что он сделал для вот этих земель, которые впоследствии назвали ковылкинскими? Итак, у нас Иван Андреевич Арапов. Он являлся генерал-лейтенантом. Для наших земель он построил у нас спиртзавод, он построил газогенераторную, построил ликвидационный завод, это завод по очистке чистого спирта. И еще где у него был особняк, там были большие плоды с яблоками. И они каждый год давали свои хорошие плоды, и он на своих же спиртзаводах делал еще и вина. И когда сельскохозяйственную продукцию перевозили с помощью водяным обозом через речку Мокшу, он добивается того, что у нас прошла закладка рельсов, что у нас в 1892 году построился ЖД вокзал, и в 1893 году у нас прошел первый поезд по карте Казань-Рязань. Еще почему он добивается того, что у нас прошла закладка рельсов и построился ЖД вокзал, у него была приближенность к царю Николаю Первому. Потом еще у него была конюшня. То есть дорога-то в другую сторону немножко шла? Да, да, маленечко в другую она в сторону шла. И у него была конюшня с немецкими скакунами. Он очень любил лошадей и делал еще ставки на скачках. И все заработанные деньги с этих скачек он все пускал на развитие наших земель. Еще он был человеком-либералом. Он отменил телесное наказание крестьян. Еще у него был брат. Он взял землю Андреевки, и у него еще было две сестры, как раз про сестер у нас информации нету. Отец его, он погиб до революции, два года не дожил, он погиб на охоте. Он стрелял из ружья, и две гильзы рассекли ему голову. А вообще, мама его умерла от тяжелой смертельной болезни, от туберкулеза. А у нас еще где было ЦРБ, там был его особняк. Сейчас он как раз не сохранился, на нем построена ЦРБ, это центральная районная больница. А рядом на территории построен гостиничный домик, как раз куда приезжали и гостили дети Александра Сергеевича Пушкина. Это Маша Гартунг, она здесь вот находится на картине, и Саша Пушкин. То есть получается, что дети породнились с семьей Пушкина. А почему они породнились? Потому что Наталья Николаевна Гончарова, будучи потом была Ланской, она была тещей как раз нашему помещику. Ее дочка от второго брака, от Петра Петровича Ланского, как раз была женой нашему помещику. Как раз вот дети от Пушкина приезжали к своим сестрам от Ланского. Ну, я так понял, если бы не Иван Андреевич Арапов, я бы сегодня на электричке из Саранска в Ковылкино не попал бы. Думаю бы, нет, не попали бы. А вот немножко все-таки еще о самом Ковылкино. А Ковылкино, как раз у нас есть ему стенд. Здесь у нас там. Ну, пройдемте тогда. Да. Сейчас был реабилитирован. Так. Репрессирован в 38-м году. Девушка знает все и об Арапове, и о Степане Терентьевиче Ковылкине, но она для телевидения, конечно, еще хочет подчеркнуть какие-то знания. Лишнего нам не надо, но по существу. Кто же такой был Степан Терентьевич Ковылкин? Как он сюда попал? Ага. Сам Ковылкин у нас в Ковылкино не был, были проездом его дети. Они в дар нашему музею передали его личные вещи, это шахматы. А как раз сама станция, когда была еще она Арапова, она была переименована 1 февраля 1919 года. Тогда еще на станции Арапова проживало 151 человек. Сам как раз Арапов, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Потом он был у нас репрессирован в 1938 году, а реабилитирован посмертно в 1956 году. Жизнь его оборвалась в 1943 году, и долгое время его имя находилось в Вене. На привокзальной площади у нас установлен гранитный памятник Степану Ковылкину.
Вот этот небольшой такой экскурс про Степана Федоровича Ковылкина. То есть, в принципе, вы помните, почитаете и Арапова, и Ковылкина, да, раз уж конечно, так назвали. Да. А такая речь идет о том, что переименовать когда-нибудь все-таки в перспективе какой-то ну, в дальней. Да, думали переименовать наш город Ковылкина обратно в город Арапова. Но это очень долго и даже дорого, я думаю. Поэтому уж как есть, так и есть. Ну, вообще разница, кто-то говорит, 50-50, кто-то говорит, что красиво, когда город Арапова звучит, и кто-то говорит, что красиво город Ковылкина звучит. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Угу. Меня зовут, повторюсь, Карина Александровна, фамилия моя Ким. В девичьей моя фамилия Нагаец. Муж у меня кореец, познакомилась я с ним здесь, сама я местная. Муж по распределению попал у меня, получается, сюда. Он окончил военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. И распределение как раз попало сюда, в Мордовию. Здесь же познакомились, и как раз познакомились, не строя планы на будущее. Я вообще поступила в Москву, долгое время общались просто по переписке. Вот, и уже вот долгое время живем вместе, уже 9 лет, совместно у нас двое прекрасных детей, две дочки, Милана и Милена. Сама, конечно же, я местная, уезжала в Москву, но, как видите, судьба распределилась, значит, мое место вот здесь, на родной земле, на родной родине. Вот здорово. И вопрос сейчас вот прям плавно перетекает. Вот ковылкинские люди, они какие? Вот мы делаем фильм, хочется узнать все-таки тайну района. Какие они ковылкинцы? Чем они отличаются от других? Ну, вообще, я так понимаю, каждое население, каждый народ, он хорош по-своему, своими традициями, своими обычаями. Таковых у нас обычаев нет. Вообще у нас народ славится чем? Он у нас, во-первых, добрый, дружелюбный. Здесь, как говорится, один за всех и все за одного. Очень восприимчивый и очень много отдает, так сказать, от себя доброты. Поэтому, когда люди сюда приезжают, говорят, ой, какие добрые люди. Некоторые или в Москве, или где-нибудь ты спросишь, как пройти там, в библиотеку, в музей. Ну, он тебя просто посмотрит, как, не знаю, на кого может и своровать, что хочешь у них. А здесь у нас мы и проводим, и покажем, и в музее даже вот чаем, кофе напоим. Поэтому мы дружелюбный народ и очень гостеприимный. Добро пожаловать к нам. Спасибо большое, очень приятно. За земляков очень приятно. Потому что я тоже ковылкинец. Я вот, честно говоря, первый раз слушаю такую музыку шикарную. В Ковылкине сумели сохранить вот этот раритет. Воевая в Великой Отечественной войне. Их находится у нас здесь 10 человек. Один из них, Александр Григорьевич Котов, в нашем музее находится его винт от самолета, как раз его. И Николай Андреевич Пшеничников, он получил звание Героя Советского Союза. В честь него названа улица. На этой улице стоит гранитный небольшой памятник ему. 10 героев Советского Союза, уроженцы Ковылкинского района. Это почетно, это здорово, это большой вклад. Спасибо большое за интересный рассказ. Давайте вспомним тех, кто нас всем учил, кто с самых первых дней незримо рядом был, кто рядом с нами шел, и тех, кто не предал, когда нам было трудно, кто плечо нам подставлял. Давайте вспомним тех, кого сегодня нет, кто, уходя от нас, оставил в сердце яркий свет. Того, кто нас забыл, и тех, кто любит нас. Давайте вспомним всех сегодня и сейчас. Вы из Ковылкина? Вы местные? Да.
такие красавицы. Расскажите чуть-чуть о своем городе. Что это за город? Вы хотите, такой? Чтобы туристы приезжали в Ковылкино? Да, хотим. Ясно. Расскажите поэтому немножечко про свой город родной. Ну, нам нравится жить в Ковылкино. Тут довольно-таки уютно. Тут очень много добрых людей, отзывчивых. Которые могут поддержать в любой ситуации. Вы в какой школе учитесь? Мы в четвертой. В четвертой. Я знаю, что это крутая школа. Да. Всегда говорят, четвертая и четвертая школа. Но другие тоже, конечно, четыре школы всего тоже крутые, но ваша самая-самая. Вспомните своих учителей на каникулах-то? Да. Кому да. спасибо скажем за то, что они такие хорошие, классные? Классному руководителю. Ну-ка, как ее зовут? Татьяна Николаевна. Как, Татьяна Николаевна? Да. А фамилия у нее есть? Хохлова. Хохлова. Привет, привет, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Так, а еще кому? И Мартынова Светлана Сергеевна. Светлана Сергеевна Мартынова. А чем они такие отличаются от других? Они, наверное, самые добрые, только пятерки ставят, наверное. Да. Ясно. Да, ну, хорошие учителя. И школа да. тоже хорошая. Да. Ну, замечательно. Я смотрю, и парк у вас прекрасный, замечательный, красивый. Да. Девчонки, я думаю, погода наладится. Дай бог вам хороших каникул. Все каникулы фактически еще впереди. 2 месяца. Почти 2 месяца. Удачи вам на каникулах. Хорошо. Подготовиться, набрать силенок для нового учебного года. Хорошо. Договорились? Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Друзья, мы находимся сейчас в селе Кочелаево, неподалеку от Ковылкино. Это родина Федота Васильевича Сычкова, знаменитого художника, народного художника Мордовии, заслуженного деятеля искусств России. Обязательно, когда будете в Ковылкино, сюда надо обязательно приехать. Замечательный дом-музей Федота Васильевича Сычкова. Добрый день. Как вас величать? Здравствуйте. Меня зовут Силкина Алла Геннадьевна. Я заведующая дом-музея Федота Васильевича Сычкова. Федот Васильевич родился здесь, в селе Кочелаево, на Овчарского уезда Пензенской губернии в 1870 году, 13 марта. То есть дом-музей находится на месте курной избы его родителей. Здесь он писал свои самые знаменитые работы, когда он уже сюда вернулся в 1917 году после нескольких лет жизни и учебы в Санкт-Петербурге. Он возвращается сюда и живет уже здесь до 1956 года. А в 1956 году он переезжает в город Саранск, потому что они со своей женой уже преклонного возраста. И здесь, к сожалению, с хозяйством не справляются. И еще целых 2 года он живет в городе Саранск. И все время сетует, зачем я переехал своего родного Кочелаева, потому что бесконечный поток людей, они мешают ему работать. А 3 августа 1958 года, работая в своей мастерской, он сделал несколько шагов к выходу, подошел к своей жене и сказал: «Лида, мне нечем дышать, мне не хватает воздуха», и упал замертво. Он прожил 88 лет. За всю свою творческую жизнь он написал огромное количество картин, писал своих односельчан, всех. От мала до велика. За что его назвали? Художником радости, художником бытия. Вот действительно, времена-то были сложные, в том числе и 30-е годы, когда были годы репрессий, гонений, страшноватые годы. А он писал такие картины, где мордовки настоящие, яблоки, помидоры, красный цвет. Красный – это красиво всегда. Вот это здорово. У него характер настоящий, ковылкинский, как вот вы считаете? Кочелаевский. Кочелаевский? Кочелаевский характер. Вы знаете, однажды его модель, которому я позировала более 15 лет, Софья Никаноровна Чижикова, она практически на каждой пятой картине, она его спросила, почему на твоих картинах, за исключением, скажем, нескольких, все улыбающиеся лица. На что он ей ответил: «Я в жизни видел столько горя и несчастья, не хочу, чтобы с моих картин смотрели еще и грустные лица, потому что беда и так найдет человека без меня». Поэтому у него радость в картинах, жизнь, такие улыбающиеся лица. Алла, вот
как прокомментируешь вот такую строчку из стихов Пушкина? «О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и самое главное – и случай, Бог-изобретатель». Вот роль случая, когда он нарисовал замечательную картину, где изобразил Арапова, выступающим на открытии железнодорожного вокзала. Это же поворотная картина в судьбе юного художника, юного Сычкова. Да, когда он пишет эту картину, такую большую эпохальную картину, потому что такой момент, как закладка железной дороги, никем не был запечатлен. То есть никто не зарисовал, не зафотографировал. Вот эту оплошность пытается устранить Арапов, прося Сычкова написать именно момент закладки. Картина писалась достаточно долго, она писалась 2,5 месяца, потому что Федот Васильевич работал очень быстро. И вот когда она была написана, Арапов ее везет в Санкт-Петербург и показывает Евгению Сабанееву. Тот смотрит на картину и говорит: «Привози своего Рафаэля». Ну, в шутку, Рафаэль так назвал Арапов Сычкова. «Я его зачислю в студенты». И вы знаете, вот с 8 лошадьми в качестве конюха в товарном вагоне Сычков едет учиться живописи. Да. И вы знаете, когда ему было 4 годика, и он расписывал на своих стенах, там мелом рисовал ангелочков, а мама стала его бронить. А бабушка-то вот как раз и сказала, что Бог поцеловал его, да, он поцелован Богом. У нас никто еще в семье так не рисовал. Поэтому, да, он был одарен талантом. Но Арапов-то помог, вот этот случай, Бог-изобретатель. Да, да. Он спонсировал учебу, конечно, в конечно. Петербурге. Да. В Академии живописи. Да, да. Это просто здорово. Хотелось бы, чтобы, возможно, кто-то услышит. Это в интернете останется фильм. Может, кто-то, меценат найдется. Тоже увидит мальчишку талантливого и тоже протянет руку, так же, как Арапов протянул в свое время Федоту Сычкову. Дай бог, чтобы такие же меценаты находились в наше время. Да, я согласна с вами. А сейчас мы пойдем в музей? Пойдемте. Приглашаете? Да, пойдемте. Спасибо. Постараемся. Нет, хорошие потолки. По деревенским бы очень даже. Красота и красотища кругом. Алла, вот эти вот все вещи, они реально принадлежали Сычкову? Да, реально, реально. Единственное, что здесь не полено, это картина. Картина все находится в музее. Пластинки. Пластинки, да. А что он слушал, интересно? А, слушал он вообще разнообразную музыку. Знаете, именно в летнее время, когда было лето, окошко открывалось, и граммофон выставлялся на улицу из окошка, и музыка слышалась на несколько улиц. Музыку они слушали вообще разнообразную, и опера, и оперетты, и цыганские напевы. Ну, то есть пластинки перед вами, можете видеть. И поэтому, вот, вы знаете, у него единственного был, наверное, граммофон в селе. Ну, у него было больше возможностей, чем у наших жителей. У него, у первого, кстати, был велосипед, граммофон, фотоаппарат. Поэтому вот. Здорово. А вот такой бытовой момент. Он-то приехал на родину, а вот супруга, она же с Питера приехала, получается, она, да? Она едет за ним, да. Несмотря как, на то, как что... декабристка. Как декабристка, да. Как ее встретили местные жители, интересно? Как барыню? Как барыню? Да нет, я не скажу, что ее встретили как барыню. Вы знаете, она едет за ним. И однажды Лидию Васильевну и его супругу спросили: вы почему покинули культурную столицу, Санкт-Петербург, и поехали в такую глушь? Вы что, его так любили? На что слово «любить», кстати, она никогда не произносила. Она сказала, что я его жалею. И сказала, что он был красив и перспективен. Но он правда же красив, да? И все, что связано с Сычковым, Лидия Васильевна сохранила. Ту самую большую коллекцию, которой обладает музей Эрзи. Музей Эрзи обладает самой большой коллекцией. Более 600 работ живописи и графики находится в музее Эрзи. Но она и сохранила все вещи, которые принадлежали Сычкову. Вы знаете, она даже сохранила отрывки газет, где написано «молоко, хлеб». То есть он ходил за молоком, хлебом и писал. Сейчас мы пишем, да, с вами все в телефон. А тогда все писалось на бумаге. И вот эти обрывки даже она их сохранила. Она сохранила и костюм, в котором он на ней женился. То есть все благодаря Лидии Васильевне. Она его, кстати, и пережила на целых 15 лет. Ну и была и младше на 12. И она участвовала в открытии музея, когда музей был открыт к 100-летию со дня рождения Федота Васильевича. Его уже в живых, конечно же, не было. Она была уже преклонного возраста. И когда ее сюда привезли,
Она попросила, чтобы ее оставили одну. Она гладила стену, что-то говорила. Она понимала, что, конечно, уже сюда не вернется никогда. Но музейным работникам она помогала, конечно же, говорила, что стояла и находилась еще при жизни, где на каких местах, при жизни Федота Васильевича. То есть в этом музее она была? Или... Да, да, при открытии она была. К столетию со дня рождения был открыт. Это 1970 год. Она еще была жива. Даже печка есть. Да, печка есть. Стесняюсь спросить, она действующая? Нет, печка не действующая, но осталась от тех времен. То есть, когда Лидия Васильевна приехала сюда, вы понимаете, она научилась делать все это. К слову тому, что как барыню, да, ее встретили. Она научилась абсолютно делать все, проживя в селе всю жизнь и не научись печь хлеб. Она научилась. Она научилась ухаживать за животными, ухаживать за огородом. И когда у них телилась корова, они заводили теленка сюда, вот прямо к печке. Потому что, оставив теленка зимой на улице, естественно, он не выживет. Ему нужно было обсохнуть, поэтому вот они заводили сюда. И Лидия Васильевна овладела всем этим мастерством, от готовки хлеба до ухаживания животных. Алла, вот вернулся как-то уже опытный, уже именитый художник. Как его встретили здесь, в родном селе? Все ли было гладко? Все ли было гладко? Наверное, все было гладко. А вы знаете, когда он сюда приезжает, он разбирает дом и начинает возводить, естественно, новый. И Лидия Васильевна была очень удивлена, почему все село пришло и тебе помогает. У нас в селе, когда строят дом, сходятся все жители и начинают заводить его под крышу для того, чтобы быстро завести под крышу, чтобы не начался сезон дождей, да? Чтобы люди смогли зайти в этот дом. И Лидия Васильевна была этому очень поражена. Почему все пришли и тебе помогают? Он сказал, что у нас в селе так принято. Это помощь. Не помощь, как принято, да, в русском языке говорить, а именно помощь. Поэтому вот его приняли вполне. Отлично, замечательно. Сколько картин он здесь нарисовал? Сколько написал картин Федот Васильевич, даже не знал он. То есть одну и ту же картину он мог повторить несколько раз, потому что единственный доход, который был у него, это от продажи картин. Вот Константин Вещилов, который был его другом, ну не только другом, но еще и родственником, он эмигрирует во Францию, и очень много работ Сычковских будет продавать там. На вырученные деньги он ему будет присылать не только кисти, краски, все, что нужно для написания картин, но еще и продукты питания, потому что с этим здесь будет тяжело. Это 37-й год, очень тяжело, начинается коллективизация. И вот в его избу как раз приходит председатель колхоза и говорит: «Я твою избу обложу налогом, ты, как и все, должен работать в колхозе. Ухаживать за животными, рыть колодцы, а ты тут сидишь и машешь кисточкой, это не труд». Малограмотный, вот как раз председатель колхоза, он ничего не понимал в живописи и каждый день приходил и настаивал. Он продал ему корову, всю живность продал и сказал, что начнет продавать его картины. Тогда Сычков вынужден был написать вот как раз свое знаменитое письмо прошения сначала в мордовское правительство, а затем он съездил в Москву и привез письмо от Калинина, в котором говорилось, что у художников свои объединения, и не стоит их объединять в колхозы. А так наедавшего председателя колхоза посадили, и тем самым он отстал от Федота Васильевича. Благополучно закончилась эта история. Да, скажем, что так. Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарят свет места родные. Сердце я не предам. А это вот та самая гениальная первая суперкартина, закладка «Станция Арапова». Да, благодаря которой он поступает сначала в рисовальную школу, а затем в Академию художеств, благодаря Арапову.
На этой картине изображено около 400 персонажей, и все они узнаваемые. То есть каждого конкретного персонажа он здесь прописывал живого. Своих односельчан, соседей, домочадцев Арапова. Несмотря на то, что на момент закладки вот именно железной дороги Сычков не присутствовал, он ее писал по воспоминаниям тех людей, которые тогда были на этой картине, себя-то скромно стоящего он на этой картине запечатлел. Около вывески Арапова молодой человек, видите, на груди рука, как будто указывает: «Я Сычков, художник». За эту картину Сычков получает рубль серебром. Это небывалые деньги для того времени. И именно первый раз под этой картиной ставят свою маленькую подпись Сычков. Эта картина была приблизительно в 10 вариантах, потому что Арапову не нравилось, что он как-то не выделяется из толпы. Вот, кстати, он здесь тележка в центре. Потому что он все-таки помещик, и челядь должна служить ему фоном. Поэтому вот остановились. Но Арапову уж очень нам понравилась эта картина. Да. 1903 год. Да, это уже здесь, в Кочелаеве? Вот смотрите, именно где написана эта картина, мы с точностью сказать не можем. Может быть, она написана в окрестностях Санкт-Петербурга, может быть, здесь и у нас. У нас тоже есть, кстати, такие лесные дорожки, и сосны у нас такие есть. А этот кружевной зонтик, она здесь прогуливалась по улицам, а наши девушки ей говорили: «Лидия Васильевна, ты чего идешь зонтом-то, дождя-то нет». Они не понимали, почему от солнышка нужно прятаться под зонтиком. Она ведь была такая благовоспитанная, утонченная. Она никогда не знала нужды, как Федот Васильевич, потому что у нее бабушка держала трактир в Санкт-Петербурге. И она не нуждалась ни в чем. И она не знала, что такое нет хлеба на столе, как Федот Васильевич. У нее был очень красивый почерк. Она взяла на себя роль секретаря, отвечала на письма Федот Васильевичу. И всю свою, вот как раз жизнь она посвятила ему, Федот Васильевичу. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень приятно. Дай Бог музею долго-долго-долго жить, столетия. Ну и чтобы, конечно, процветали не только экспонаты, но и те, кто работает здесь. Удачи вам. Спасибо. В родных местах ромашкой пахнет ветер, и до травинки вся земля своя. В родных местах и солнце ярче светит, и серебристый голос у ручья. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная край. Наша Кочелаевская модельная арт-библиотека «Наследие», она открыта и модернизирована в декабре 2020 года. Вот видите, как я волнуюсь. Ясно. Извините. Вот. Библиотека выиграла грант в размере 5 миллионов рублей в национальном проекте «Республика Мордовия», национальный проект «Культура». Вот. Наша библиотека разделена на 5 функциональных зон. Сейчас мы находимся в зоне чтения информации и вдохновения. В этой зоне мы видим постоянно действующий литературный календарь с писателями-юбилярами текущего месяца. Затем справочная литература, энциклопедия, литература для слабовидящих со шрифтом Брайля. У вас очень необычная библиотека. Почему? Ну, красота такая. Ну, красота, как... да, красота. Мы сами очень рады. Я думаю, что это не просто для действительно красоты, но еще и пользуются ребятишки. У вас население в селе? Предел где-то 1300. 1300. А сколько читателей у вас? 1145. 1145. 246 детей. Дети, конечно, читают, и у нас же и школа, и интернат. И очень много приезжих читают по спискам. Елена, вы сама местная? Я сама местная, да. С этого села? Да, у меня мама школьным библиотекарем проработала очень много лет. Хрёстная у меня вот в библиотеке еще, конечно, модернизации работала. Надо же, вот эта вот династия. Да, так что классная. Я сначала здорово. По стопам папы поработала экономистом, а потом вот вернулась в библиотеку. Уже предначертано, значит, надо идти, да, так. Да, здорово. Да, да. Весь основной фонд у нас вот здесь. Он в пределах где-то 13 тысяч экземпляров. Вот. Отлично. Выигранный грант он пошел на покупку мебели, оборудования и, конечно, вот книжного фонда. Елена, мы делаем фильм о Ковылкинском районе, о Ковылкино. Все, что связано с Ковылкиным, все самое доброе, все самое хорошее.
Конечно же, здесь у вас просто музей под открытым небом, и библиотека шикарнейшая, и музей Федота Сычкова. Скажи, пожалуйста, вот чем отличаются ковылкинские люди от других? Есть ли у них что-то такое специфичное в характере, отношении к труду? Вот ковылкинцы, допустим, какие они? Ну, чем они отличаются? Они очень любят вот свою землю, свой родной край. И я сама, где бы ни жила, где бы ни жили мои дети, но всегда возвращаются сюда с удовольствием. Вот так, конечно, трудолюбие. Площадка для самореализации, для самых маленьких детей, дети в цветах. Посмотрите, вот на стенах репродукции картин Сычкова с детьми. Здесь дети могут почитать, порисовать, поиграть в игры, просто отдохнуть, посидеть, просто насладиться вот библиотекой. Сейчас много детей у нас, поэтому все разрисовано, все исписано. Все, а сегодня все какой-то необычный день. Да, сегодня у нас необычный день. День, Всемирный день шоколада, он у нас празднуется с 1995 года, и вот сегодня мы ждем лагерь «Ровесник» школьный, чтобы провести мероприятие по шоколаде. Друзья, необычный музей сундуков и чемоданов 19 века. Ну, музей — это, наверное, громко сказано. Ну, уже это всего лишь выставка. Собирается она у нас всего лишь год, совсем у нас юная. Собираем мы чемоданы, сундуки в заброшенных домах, кому уже не нужны. То есть вот этот вот экземпляр, например, его на мусорку унесли, а мы с Зинаидой Григорьевной молодого человека просили, он нам вот его отдал. Кстати, он не русского, не советского происхождения, а он немецкого происхождения, то есть по ярлыку на нем мы это и определили. А на выставочной полке, вот вы видите, здесь как раз русские или советские, скажем так. Так, интересно. Это как шкатулка, что ли? Нет, это не шкатулка, это чемодан. Полноценный чемодан. Да, он принадлежал учителю географии. А его сын, когда его уже папа умер, он пришел и вот принес его нам. Он сказал, что он к нему приезжал очень часто в Москву. С этим чемоданом. С этим чемоданом, да. И с этой фетровой шляпой. Да, вот он все передал. Вот видите, и тросточка даже. И вот, трость. Да. Надо же. Какая память об отце. У вас вообще откликаются односельчане на всю такую, на все инициативы. Да. Платье, вот видите, свадебное платье, туфли чехословацкие тоже нам принесла жительница села. То есть ей самой уже глубоко за 70, но вот она хотела бы, чтобы... Какие красивые невесты были. Да. Не хуже, чем сейчас. Вы знаете, этому платью, я думаю, что больше 50 лет, а оно сохранилось. То есть... Невеста бережно. Музей или мини-комната. Собирается он с 1998 года. Собирается жителями села. Здесь более 120 предметов старины. Нам несут их жители села. Те предметы, которыми мы с вами уже не пользуемся в быту. Но самый ценный предмет в этой коллекции — это за стеклянной витриной книги на старославянском языке, которые находились в храме. Храм был разрушен, как и многие храмы тогда в России. Храм вот за вашей спиной. На картине он только у нас остался. Сейчас на его месте находится школа-интернат. Храм был большой. Кстати, в этом храме принял крещение Федот Васильевич. Здесь у нас выставочный зал. Здесь находится 30 работ Степана Эрзи. Таких коллекций вообще 3 в мире. Эта коллекция уникальна. Вот одна находится у нас, но нам так повезло. Одна находится на родине Эрзи в Баево. И одна находится в Аргентине, где, соответственно, Эрзи прожил целых 25 лет. Без сопровождения экскурсовода каждая скульптура оснащена QR-кодом. Вы наводите телефон и можете всю информацию узнать без меня. То есть, когда она сделана, с чего сделана, в каком году. Если мы говорим о туризме, то привлекательнее место, чем к
Кочелаева найти просто, мне кажется, очень трудно. Mm-hmm. Разве что Ковылкина само по себе. Да, в Ковылкино есть что посмотреть, но мы стараемся успеть за Ковылкино, тоже не отстаем. Я, конечно, задам провокационный вопрос, и ответ-то знаю. Стоит ли приезжать туристам в Ковылкинский район, в Ковылкино, в Кочелаево? Вы хотите услышать «нет»? Конечно же, да. Нам есть что показать, нам есть что сказать, и увлечь экскурсантов, и каждый найдет для себя, мне кажется, что-то свое. Кто-то, может быть, в Эрзе, кто-то в Сычкове, а кто-то, может быть, в музейной комнате. Может быть, в библиотеке у нас, вы сами видели, да, все поменялось. Вообще поменялся и книжный фонд, все новое. А может быть, кто-то и прогуляется по улицам Кочелаева. Так что приезжайте. Дорогие друзья, вот это вот действительно красота и красотища. Ожившие картины Федота Сычкова в действии. Землячки, девчонки такие красивые. Ну, я не знаю, тут... то откуда здесь срисован, даже невозможно представить. Ну, конечно, живая лучше, что говорить. Посмотрите, одно лицо. Это же надо так ухитриться, найти такую модель, такую красоту. Ну, Сычков, ну, талант, конечно. Вот прекрасная девушка. И оба ведра наполнены водой. Как она стоит с такой тяжестью? Просто неимоверно. Ну, в себе существовал обряд. Молодая на второй день свадьбы. Ну, не свадьба, а уже когда замужем. Да. После свадьбы она должна была натаскать воды. Причем полные ведра, не расплескав ни капли. И не просто их натаскать, а в окружении еще людей, да, как видите на картине. А вот если она не расплескает, значит, она хорошая хозяйка. А если расплескать, значит, не умеет. Значит, муж их, наверное, зря взял замуж. Ну, куда уже деваться на второй день свадьбы? Да. Ну, раньше родители выбирали, конечно. Здесь, кстати, тоже позирует Софья Николаевна. Вы видите, написано Сычковым, позирует Мальтам Фоменкова-Беднова. Она была частая гостья в семье у Сычковых. Была вхожа в семью Сычковых. И Федот Васильевич договорился в Кочелаево, в школе, чтобы эту девочку специально пускали с уроков, чтобы она именно попозировала ему вот под тем фонарем, да, под от, где у него в мастерской. Ну, девочка, правда, была отличницей, поэтому проблем не возникло. И ее учителя с удовольствием отпускали к Федоту Васильевичу, и она позировала ему. Кстати, когда она выросла, Федот Васильевич и его супруга, она, когда выходила замуж, подарили ей именное кольцо. То есть они еще вот так были благодарны духовно, да, настолько. Да. А это что за модель интересная такая? А это тоже Софья Никаноровна Чижикова. Ой, да с улыбкой с такой же. Молодец, это точно, точно. Здравствуйте, Любовь Никаноровна. Софья Никаноровна. Ой, все прям как один в один. Знаете, однажды она спросила Федота Васильевича, почему, придя модель в своей одежде, не может... Девчонки, девушки, дорогие, милые, красивые, да безумие просто красивые. Вот мы находимся в Ковылкинском районе. Ковылкино – это как цементирующий город и район. Он в самом центре, в сердце Мордовии. Вот что отличает ковылкинцев от остальных людей, от торбеевцев, от кадошкинцев, инсарцев, ну кто здесь, Краснослободск, вот чем они отличаются именно, как вы считаете, именно ваши земляки чем отличаются и землячки? Только чур долго не думать. Судя по всему, трудолюбивые они? Ну, наши трудолюбивые, доброжелательные, приветливые. Ковылкинский район и люди красивые, да, здесь. И улыбчивые, да, как у всех картин. Да, да. Так, а ты что скажешь, солнышко? Большая... Не жарко ли тебе? Нет, не жарко. Большая честь оживлять такие картины. Ясно. А какие вот ковылкинские парни? Ковылкинские хорошие. Да, надежные. Надежные? Конечно. Не все в Москву еще умчались? Не все. Не все, слава Наши Богу. Думы.
Патриоты все здесь, да. Наши остались. Но вот этой замечательной девушке сказать пока еще по этому вопросу очень даже и нечего, я так думаю. По поводу парней я имею в виду. Парни, прекрасные парни. Шикарные, умные, заботливые. Даже слов нет. А невесты какие ковылкинские? Невесты тоже неплохие. Ну, похвали себя, какая ты. Я хорошая. Я не люблю себя хвалить. Ясно. Но если ты держишь два ведра, скромно, если держишь два ведра полных водой и разговариваешь, что действительно и трудолюбивая, и заботливая, вот все это есть в каждой ковылкинской девушке обязательно. Ну, я думаю, фильм будут смотреть, обалдеть. Дорогие друзья, мы находимся в стенах ковылкинского филиала Мордовского государственного университета. И вот такие замечательные ребята, студенты, здесь обучаются. Какой курс? Третий курс. Вы уже, можно сказать, взрослые. А какие специальности здесь у вас? Ну вот юрист только услышал, а так вообще получается у вас те специальности, которые востребованы в местном ковылкинском электромеханическом заводе? Да. И вы ходите на практику наверняка? Да. То есть там, честно только, это интересно? Да. Там вас ждут или так, ну как вот, пришли, слава богу, не пришли, тем более. Точно ждут? Да. Там есть наставники у вас? Давайте руководителя. Ну, что у вас сегодня проходит здесь? Ну, у нас проходят военные сборы, согласно учебного плана, приказа ректора, пятидневные, для студентов среднего профессионального уровня образования. На данном вот занятии, в котором вы присутствуете, находится группа студентов, проходит занятие по тактической медицине. Отлично. И вопрос тот же самый. Интересно, чем вот ковылкинцы отличаются от других людей? Ну, вопрос, конечно, неоднозначный, Виктор Владимирович. Но я думаю, что, во-первых, ковылкинцы сами по себе действительно одни из самых добрых, доброжелательных, гостеприимных людей. Плюс ковылкинцы достаточно спортивные. То есть у нас хорошо развивается спорт, вот сейчас ледовую арену нам построят. Поэтому говорят, уже 5 числа уже будет готово, 5 да, августа. Я так думаю, это будет способствовать развитию спорта для нашей молодежи. Для них же это все делается. Ну, я сейчас сказать и согласен со многими ребятами, которые здесь высказывались, о том, что и интеллект, да, интеллект это достаточно. То есть юноши, девушки достаточно образованные, начитанные. Вот всегда, по крайней мере, последние лет 20, а Ковылкино говорят, что это город студентов. Продолжаются ли лучшие традиции сейчас, вот, в новое время? Конечно, они продолжаются, лучшие традиции, они не ослабевают. И тенденция к внедрению, воспроизведению здесь нового поколения. Здесь очень хорошие условия, потому что на территории Ковылкинского муниципального района расположены целых два учебных заведения. Отдельно хочется сказать о Ковылкинском филиале Мордовского государственного университета. Университетские традиции уже 22 года прочно живут на Ковылкинской земле. И мы даем не только перспективные профессии, которые нужны и востребованы на рынке труда, но мы и пропагандируем и здоровый образ жизни, и ведем очень широкую общественную работу со студентами, и прививаем так называемые гибкие навыки. И самое главное, сохраняем молодежный потенциал для Ковылкинского муниципального района. Приходите к нам учиться. Здравствуйте, дорогие девушки. Здравствуйте, я Горшкова Анастасия, студентка второго курса специальности информационной системы и программирования. И с недавних пор я стала председателем студенческого совета, для того, чтобы наша студенческая жизнь была максимально интересной. Здорово.
А я Клестова Валерия, студентка второго курса права организационного обеспечения. Студенческая жизнь очень интересна. Не только получаешь ты важную профессию, но и занимаешься внеучебной деятельностью. То есть развиваешь свои таланты, свои умения, особенно на сцене. То есть я... А что ты делаешь на сцене? Поешь, танцуешь? Что на тебе нравится? Я показываю свои таланты, то есть я умею петь, танцевать. И в филиале я организовываю мероприятия, даю разные идеи для процветания филиала. Молодец. Очень громко, очень красиво. Ну, прям действительно, как конкурс «Мисс», допустим, там, «Россия». Скажи, пожалуйста, вот ты любишь петь, а вот какое направление, какие песни? Я меломан, не все нравятся песни. Ну, например, вот что из последнего было вот на сцене Ковылкинского филиала университета? Последняя песня. Я выступала с... было мероприятие «Терроризму нет». Пела песню от Чичериной «Пожалуйста, пусть больше никто не умрет» в образе ангела. Делала сама крылья из материала, сделала каркас и сделала шикарный номер. Всем очень понравилось. Напой, пожалуйста, строчечку хотя бы вот из этой, из Чичериной. Меня убил красивый большой самолет. Я ему улыбалась, а он и не знает. Супер вообще, обалденно. Но терроризм не пройдет в Ковылкинском университете, филиале, по крайней мере, это точно. Спасибо огромное, девушки, вы прекрасны. Успехов вам, только отличных оценок и всего, и исполнения всех любых желаний, которые вы только загадаете. Договорились? Пойди, день, иди, иди, тон марта нужд я фламняс. Пойди, день, иди, иди, о, за там амарняс. Корни тема тиди, юда фырят колга. Аловнясь праюльзяса податолга. Корни тема тиди, юда фырят колга. Аловнясь праюльзяса податолга. Войдема всю сети. Артонов нить урокнень, мон кежи яш не лагас. И тонов нень, мон вимберь, а шарька день и тяни. Тон всем подага тебе. Дорогие друзья, сегодня мы попутешествовали по Ковылкинскому району, замечательному уголку Мордовии. Надеюсь, что вам понравилось, и вы сами приедете сюда, насладитесь этим волшебным, замечательным ароматом воздуха, природой, познакомитесь с замечательными, добрыми, душевными людьми. Дорогие друзья, открою еще маленькую, ну, не военную, но, тем не менее, тайну семейную. Мой отец... заслуженный поэт Республики Мордовия, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, родился в селе Садовка Ковылкинского района. Он очень любит свою родную землю, и поэтому было бы совершенно справедливо, чтобы он исполнил песню, когда он приезжает на родную землю, ну, когда родоница, допустим, такие святые праздники, посещение кладбищем связанное, у него поет душа. И вот эту песню, которая, пусть она одна минута, но будет минутой славы для Владимира Николаевича Корчиганова, великого большого патриота Ковылкинской земли. Морянцы нушады, все бандисы на кулеви,
Мокшине крайний, шачим крайний, Муньге морозень прима. Как сны паксить, весь огонь.